Всем привет, ребятки, и с вами, как обычно, Димао. И сегодня у нас плановое открытие наград за дивизионы и за Weekend League. Так, ну как обычно, наверное, начнем с дивизионов. Первый дивизион я попал на той неделе, и поэтому немного другие сейчас награды у нас будут. Беру Андрейд вариант. Тут будет два пака за 50к, где 12 редких игроков. И какой-то там еще два больших золотых набора, мега-набор, да, но окей. Первый раз я получаю в этом ранге награды. Так, ну что, погнали, давайте начнем с мега-наборов. Хочу оставить набор этих игроков на потом. Погнали. Так, окей. Пока даже без створочек, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. КН вы все видели, просто пушка. Такая мощь, что у меня нет слов. Я надеюсь, кто-то один из топчиков мне выпадет. Или Роналдо, или Агуэра, конечно же. Ну ладно, пока разминаемся на мега-наборе. Смотрим. К сожалению, крайне редко за дивизионом мне падают волкауты. Ну, реально, очень мало. Вот, и не скажу, что здесь вообще всегда топовые награды. Единственный раз я здесь поймал икону, а кроме каких-то квиковых бомжей здесь толком ничего не ловил. Так, ну два пака за 50к. Погнали. Я надеюсь, тут сейчас что-нибудь может хорошее выпасть. Или волкаут. Есть волкаут. Отлично. Смотрим, что это у нас. Смотрим. Информ. Это Англия. Понятно. Я забыл, это Чилвелл, да? Или как его там? Да, Чилвелл. Ништячок. Неплохая карточка на антрейд, к сожалению. Так можно было бы продать. Я не знаю, 1000 за 40 или сколько он сейчас стоит. Помимо него, кто еще в паке? Понятно, никого, к сожалению, больше в паке, но сравниваем, цены Чилвелла. Ну, чуть меньше полтос, да, я думаю, в районе 40 тысяч. Окей, ладно, все, сохраняем этих ребят в клуб. Информ всегда пригодится, потому что куча обменников, СБЧ, заданий с информами. Второй пак за 50к, погнали. Давайте тут волкаут. Ну нет, слишком жирно, окей. Окей, тут створочки информ, еще один информ, отличный, Испания, ПЗ. Понял, да, я забыл, кстати, как его зовут, но карточка довольно-таки неплохая. Рубен Пенья. Еще один информ. Пойдет. Может, тут кто-нибудь вместе с ним паки выпал хороший. Окей, Жезус, там Лопеш 84. Ладно. Окей. Отправляем. Нет, нельзя отправить его. Список продаж. Так, ну что, переходим к самому интересному. Это награды. За элиту 3 по итогу последнего уикенда было просто неимоверно сложно держать темп, который сдавала Weekend League, и крайне тяжелой, короче, она выдалась. Но 70 тысяч монет, 3 информа, 3 игрока на выбор, это замечательно. Поехали. Начинаем прямо с самого первого. И тут Криштиану Роналду сразу падает нам. Кстати, довольно-таки неплохие карточки. Возьму, конечно, для меня ЦСКА. Ну да. Ну, Брандт еще неплохая карточка, 4-4 у него, насколько мне известно. Но все-таки в пользу рейтинга мы делаем выбор 86, Сеск, Фабрегас. Сашку Головина хотелось, конечно, очень сильно вместо него, но зажадничали, яшники. Второй игрок, смотрим, кто здесь будет. Тут уже похуже, но опять же, вот есть Кагао, 85 рейтинг, вот есть Жервиньо. Ну, кстати, 3-3 у Жервиньо, что-то совсем печально. Окей, ладно, беру Кагао. Еще раз мы делаем выбор в пользу рейтинга. И переходим дальше. Последний пик. Ну давайте. Давайте какого-нибудь топчика. Давайте повеселее, чтобы нам было. Открываем. Понятно. И тут, короче, вроде как неплохие карточки, но... Конечно, Кинг. Тут, в принципе, думать и нечего. Не поймали мы ни Роналдо, ни Агуэра. Ну и все, короче, ладно. Красные такие вот пики. Переходим к трем информам. Сейчас там еще будет пак за 100 тысяч. Ну, может быть, там повезет. Пак за 100 тысяч. Ждем волкаут. Поехали. Нет волкаута. Нет волкаута. И смотреть совсем неинтересно, если честно. ЦЗ, испанец, Альбиоли, 84 рейтинг. Окей, ребятки. Окей. Кто еще здесь в паке? Отлично. Депа еще здесь есть, который стоит 1500 монет. Ну и что, ребятки, три информа у нас. Наконец дождались своей очереди.
сразу же после них подводим итоги конкурса. Поехали. Без волкаута я здесь нет столбов. Ну-ка, ну-ка, флаг Португалии, смотрим, смотрим. Германия. ЦП, ну это Брандт, да, вот этот. Ну, опять же, Брандт сейчас стоит, наверное, 1030, возможно, 40, из-за того, что у него 4-4. Ну, вот такая вот карточка. Вы видите, да, что в очередной раз ни одного топа не было здесь, ни в красных ифах. Да, тут сразу два волкаута нас ожидало. Это Брандт и Орбан. Сейчас я гляну, поскольку они стоят. 20-ку Орбан, 30-ку Брандт, наверное. Ну, даже меньше. Короче, оба они стоят 40-ка. Плюс Квику и Фортунец. Подводим итоги конкурса, ребят. Так, парни, в моих супер наградах, как обычно, довольно-таки сложно угадать больше одного игрока. И так и в этот раз получилось. Очень много людей угадали по одному игроку, никто не смог угадать два или три игрока. Вот. И в рандоме на победителя выиграл Алексей Котлов и Али Алиев. Решил я за одного игрока в этот раз дать два приза, потому что совсем печально получается. Ладно, ребятки, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, в ваших наградах за серебро один вам будет падать лучше, чем мне за элиту 3. Короче, ладно, все. Всем удачи, всем счастливо.